Русская православная церковь сегодня почитает на вечере Богоявления крещенский сочельник, день строгого поста. Сны на крещении считаются самыми вещами, а крещенские приметы способными поведать много интересного о предстоящем. В них можно в деталях рассмотреть собственное будущее. Некоторые секреты народной мудрости, которыми издавна пользовались в крещенскую ночь, с вами поделится наша съемочная группа. У праздника Крещения, как и у других праздников, есть свои традиции, которые складывались тысячелетиями. Издревле люди готовили себя к крещению заранее. 17 января заканчивались веселые святки, а 18-го наступал крещенский сочельник, день строгого поста. Вся семья, как и перед Рождеством, собиралась за столом, к которому подавались лишь постные кушания из риса, меда и изюма. Готовилась особенная кутья. К празднику Крещения люди тщательно готовились. В домах наводили порядок, полы мыли и подметали. Согласно старым традициям, в полночь на Крещение ходили за водой на реку. Уверяли, что в эту пору вода в реках колышется. Почерпнув воды, приносили ее домой и сохраняли. Считалось, что вода эта может стоять несколько лет в закрытом сосуде, не портясь и обладая целебными свойствами. А еще снег, собранный в крещенский вечер, считали целебным. Им лечили различные недуги. Считалось, что в этот вечер и снег становится целебным. Девушки в деревнях нагребали снег и проводили специальный обряд. Им умывались и при этом приговаривали: «Снег с небушка мягче станет, и мне красоты на бело личико добавит». И верили, что после этого обряда каждая девушка станет еще красивее. Узнать, что наступивший год принесет нашим бабушкам и дедушкам, помогали крещенские приметы. Одним из самых распространенных в селах и деревнях было поверье с петухом. Ровно в полночь брали петуха с насеста и приносили в помещение, где рассыпали зерна. Если же петух не стал клевать зерна, то это предсказывало неудачный год. 2-3 зерна – быть в новом году 2-3 свадьбам. Если же склевывал все зерна – это к счастью и удаче. С наступлением Крещения Господня люди отправлялись в храм к обедне и на великое освящение воды и купание. И хотя некоторые обычаи с годами устарели, неизменно осталось то, что сейчас, как и раньше, чтобы получить результат от крещенского купания, перед погружением нужно произнести молитву и войти в воду с добрыми помыслами. Конечно же, нужно себя готовить к этому. Но нужно готовить и к любой встрече с Богом. Когда человек идет в храм, он внутренне, конечно, сверяет свою жизнь мерилом совести. Поэтому, когда иногда видишь людей, приходящих к крещенской купели, состоянием немолитвенным, понимаешь, что человек не подготовился внутренне. Только такое купание принесет очищение не только телу, но и душе. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, телеканал «Север».